Я купаюсь, набрала много пены и сижу в ванной. А ты что делаешь? Понятно. Да, конечно. Я, в принципе, не занята. Можем встретиться где-нибудь, посидеть в кафе, попить сок или коктейль. Отлично. Тогда до встречи. Пока-пока. Так, и помоюсь. Голову я обмыть не буду. У меня чистая. Так, все, я чистенькая. Ой, так. Оп, где мое полотенце? Вот оно. Опа. Ой, хорошо, я купалась. Замечательно. Так, ну вот. Я уже почти... высохла. Сейчас переодеваться надо будет и сбежать навстречу. Так, платье мое готово. Так, останется только сейчас причесаться, одеться в любимый ободочек, платьишко и бежать навстречу. Так, вот я уже в купальнике. Так, что я еще хотела? Мои ботиночки, вот же они, около кроватки стоят. Так, надо их обувать. Так, ну вот, я и готова. Так, красавица. Все отлично, хорошо. Вот так все и было. Да-да-да, ничего себе. А я вот тоже решила коктейль попить немножко. Ну, молодец. Можно с вами посидеть? Конечно, конечно, садись с нами. Отлично. А то как-то одной как-то грустно. Все правильно. Что у вас, девочки, новенького? Да так, ничего особенного нету. Так, помаленьку делаю дом. Да, у меня тоже, я по компьютерам основном работаю сейчас в последнее время. Ясно. Какой коктейль вкусный. У тебя какой коктейль? У меня с киви. И я себе тоже с киви взяла. А ты, Кандас? Я взяла с апельсиновый. Такой очень вкусный. Молодец, правильно. Ну что, девчонки, мне уже пора. Надо идти. Увидимся? Да, конечно, увидимся еще. Пока-пока. Ой, сколько же у меня тел. Сейчас нужно все постирать, потом прибраться в ванной, а потом идти к девочкам навстречу. Я очень соскучилась. Вот. Так, ну все, нужно идти стирать. Так, сейчас загружу машинку. Так, платьице. Сейчас скину. Надо насыпать порошочек. Готово. И еще нужно добавить кондиционер. Okay.
нажимаем на кнопочку. Все. Можно теперь идти прибираться в ванной. Так, нужно помыть унитаз. Чтобы был чистый. Ух, ну и устала я. Ну вот и все. Можно идти на встречу к девочкам. Ой, у меня как раз сегодня очень вкусный тортик есть. Как здорово, как хорошо. Вот, только сейчас Канзас подойдет. Она там прибирается, устроила стирку грандиозную. Вот, и все, пойдем пить чай. Хорошо, здорово. О, дверь звонит, как раз она пришла. Привет, девочки, вот и я. Я все закончила. Вот, и очень проголодалась. Замечательно, сейчас пойдем чай пить. Какое вкусное. Замечательно. Сидим, девочки. Я как раз так устала, что хоть тебя отдохну немножко. Заходите, девочки, почаще ко мне. Я буду очень рада. Ой, что за делать, что за делать? Я ничего не успеваю. Столько еще дел. Бегаю вообще. Не знаю даже, что с собой взять. В первую очередь на море. И это хочется взять, и это... И наушники надо. И вообще уже прям просто голова идет кругом. Вот, уже и Китти со мной зашла. А я все не знаю. Все не знаю, что же мне взять. Привет, Канзас. Ты что, еще не собралась? Нет, я не знаю, что взять с собой. Мне все нужно. Ой-ой-ой. Ой, зачем тебе столько много вещей? Я не знаю. Я бы все с собой взяла. Не нужно столько брать. На отдых столько не нужно. А что ты с собой взяла? Я взяла с собой только купальник, туфельки и, самое главное, солнечные очки. Да, точно. Я не знаю. Может быть, ты мне поможешь что-то выбрать? Ну, конечно, давай. Смотри, у тебя тут и кроссовки какие-то. Зачем они тебе нужны? Я не знаю. И сумочек набрала. Боже мой. А здесь что у тебя? И какой чемоданище огромный. Да, я такая, я бы все забрала с собой. Да, ну ты даешь. Мы так опоздаем на самолет. А с нами еще подружка новая летит. Да, точно. Надо быстрее собираться. Да-да. Скорее, скорее открывайте мне. Я очень хочу с девочками полететь на море. Очень-очень хочу. Пожалуйста, скорее. А то я опоздаю. Боже мой, где же они есть? Мы же на самолет опоздали. Пожалуйста, вы не знаете, посадка еще не завершена. Нет, нет еще. Я вот тоже подружек жду. Хорошо, спасибо. Пассажиры авиакомпании «Гоус», опаздывающие на посадку, на рейс 91-87 в Шамбере. Срочно приглашаются на посадку к выходу номер 21. Пассажиры с Форт-Папа 5-9-1-6-7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 -
Меня зовут Питер Пипи. Мне Канзас, а меня Китти. Ну вот и познакомились. Ой, как, девочки, хорошо, что вы успели. Я очень переживала, да? Не говори. Вот мы к Пашуше. Да это только Пашуша, а не я. Ну да, так оно и есть. Ладно, может, немножечко посидим? Успеем посидеть? Чуть-чуть дух перевести? Или как? Ну садись, садись. Я, говорит, не могу уже больше. О, устала. Мне тоже туда присяду. Чуть-чуть. Ой, ой. Немножко.
уже стоит, готовит наш самолет. Ну да. Девочки, как же хорошо на море. Очень-очень. Как тепло, как хорошо. Как замечательно. Какие здесь фрукты классные. Вкусные-вкусные. И море теплое-теплое. Да, это точно. Ну что, Концерт, где вы искупаете? С удовольствием. Ты не хочешь к нам? Нет, я пока полежу. Не хочу пока. У меня такой вкусный коктейль. Вот внутри как хочешь. А еще и на матрасе пока поплаваем. А я так хочу. Кити, а Кити? Да? А сфотографируй нас, пожалуйста, Супер Биби. С удовольствием, конечно, девочки, сейчас. Так, приготовились? Улыбайтесь. Говорите батончики. Батончики. И последний кадр. Камушки. Я думаю, будут классные фотки. Ты слышишь? Супер Биби. Кто это мог быть? Девочки, слышите? Кто-то на помощь зовет. Да. Ой, надо идти спасать. Это на соседнем пляже. Надо срочно туда бежать. Да-да, побежали, скорее. Меня спасли. Ну что? Обращайся, если что. Мы всегда рады помочь. Да-да, конечно. Меня мамочка ждет, я пошла. Да, конечно, иди. Хорошо, что все обошлось. Да, это точно. Будем собираться в номер. Уже солнышко садится. Да. Уже домой. А завтра, наверное, сходим на море. Да, я тоже очень хочу на море. Какая девочка. Пойдем мы уже домой. Ой, как же мы сегодня классно поплавали. И позагорали. И наиграли в мяч. Ой, не говори, Супер Биби. Очень классный сегодня денечек у нас был. Замечательный просто. Ой, да, очень-очень здорово нам сегодня было. Ой, девочки, я знаете, что я забываю кое-что рассказать? Что? Да, что ты там нам забыла рассказать? Когда вы опаздывали в аэропорт, мне подошел мальчик и спросил, не закончилась ли посадка на рейс. И что? И что? И мы, оказывается, летели одним рейсом. И когда мы гуляли недавно совсем, мы куда-то зашли там в какой-то магазинчик, и мы случайно с ним встретились. И он предложил сегодня прогуляться. Ух ты! Здорово, повезло тебе, красотка. Да, повезло-то повезло. Но я совершенно не знаю, что мне надеть. Да, это проблема. Все, что у меня в чемодане есть, я не знаю, что там одеть совершенно. Все надоело, все
все что-то старенькое какое-то, не новое. И это не хочу. И это тоже. Что делать, девочки? Как быть? Может, что-нибудь мое одеть? Какую-нибудь надеть одежду? Ну, или мой чемоданище. Самый большой. Что-нибудь, может быть, там посмотришь? Есть у меня, девочки, одна идея. Я кое-что себе прикупила. Вот. Но это будет сюрприз. Что там попадется, совершенно не знаю. О, там приковала. Я валяюсь. Да, очень интересно. Мне самой интересно. Вот что мне попадется, в том придется на свидание идти. Вот так вот. Ну что, девочки, давайте узнаем, в чем пойдет наша супер-биби на свидание. Смотрите, что у меня есть. Это лол Fashion Crush. Ну что, давайте скорее открывать. Какая хорошенькая. Очень, очень хорошенькая. Девочки, ну как я вам? Ой, ты отпадно выглядишь. Да, очень красиво. Ну, скоро он уже зайдет за мной. Привет, Закер-Библи. Привет. Ой, я не знала, что тебе подарить. Решил вот такую маленькую мягкую игрушку подарить. Ой, какая прелесть. Спасибо большое. Да не за что. Очень рад, что тебе понравилось. Девочки, да, знакомьтесь, это Макс. Привет, девочки. А меня зовут Канзас, а меня Китти. Очень приятно. Ну что, сейчас я положу игрушечку. Оп, ну что, пойдем? Да, пойдем. Прогуляемся по вечернему городу? Конечно, ты очень красиво выглядишь. Спасибо. Я для тебя старалась. Ты забыла фотоаппарат. Точно. Так, все, фотоаппарат я взяла. Без фотоаппарата этого плохо будет. Надо же пофоткаться. Конечно, обязательно. Ну все, девочки, пока-пока. Хорошо вам отдохнуть.